Привет, друзья! С вами Александр Петров, его «Одна Австралия» и Женя. И вот Женя находится вот в этих стенах, где сидят товарищи из Кингсон Института, и не только. Вот. И я хочу задать несколько вопросов. Как раз, кстати, навеян был ролик Вадимом Герасимовым, который попросил, чтобы было больше студентов, больше свежего мнения. Пожалуйста, мнение абсолютно свежее. Женя, ну вот как тебе обучение в Кингсон Институте? Вот сейчас встретил девочку в Македонии, тоже вроде какая-то такая симпатичная, кстати, довольная такая. Замужем нет? О, для наших пацанов как раз. Вот. Как тебе вообще КОИ, вот именно как учебное заведение? Ну, как сказать, на самом деле я приятно впечатлена. Да. Микрофончик не закрываем. Ну, как сказать, по сравнению с тем, что я училась в России, даже то, что я училась в LGI, мне, в принципе, здесь нравится. То есть, если ты хочешь учиться, ты учишься. Тебе никто не мешает, тебе дают знания. Меня это вполне устраивает, то, что я хотела. Ну, а вот это вот онлайн-обучение, как у тебя отношение к онлайн-обучению? Terrible. Честно, оторвать и выбросить. Не нравится, да? Ну, как-то... Ну, некоторые преподаватели, конечно, стараются, там записывают лекции, я не спорю, они как бы молодцы. Но мне, например, не понравилось, когда преподаватели просто закрывали микрофоны и пишите в чате. Пока ты напишешь вопрос в чате, уже тема ушла куда-то непонятно куда, ты уже забыл, что вообще хотел спросить и так далее. И как бы вообще, на самом деле, когда ты дома сидишь, это очень сильно отвлекает. Даже вот экзамены я сидела, писала. У меня никого не было дома, тишина, мир и покой, и все равно ты не можешь сосредоточиться. Один у нас был экзамен сейчас на кампусе, и, честно говоря, сначала тоже у меня такое потерянное состояние, потом я потихоньку сфокусировалась, и мне было намного легче. Когда ты сидишь в аудитории, даже экзамен, вроде как-то стрессовая ситуация, но дома намного больше стресса, когда ты пишешь экзамен, на самом деле, намного больше. Ну, теперь к самому такому главному нашему событию. Пообсуждаем его применение к тебе, применение к другим ребятам. Вот эти вот новости о том, что теперь мой вин за региональная миграция. Как ты их восприняла, эти новости? Честно? Dream comes true. Да. Мечты. Когда ты мечтаешь там, ну блин, хочется, ну, мне честно нравится Сидней, вообще не Саусвиллс, действительно нравится. Я так думаю, мне вот можно помечтать, вот я бы тут где-нибудь там за часик, за два до Сити бы жила, мне вообще больше не надо, мне Сити это так съездить раз в полгодика посмотреть на достопримечательности, вот так хватит. А по ценнику на жилье смотрела? Честно, мы живем достаточно в деревне, получается 40 минут на поезде от Сити. И получается, что в Минзеле можно за эти деньги снять огромный дом. У нас так, за такие деньги не снимешь дом в нашей арии. Там будет на сотню где-то дороже. Значит, смотри, что я тебе рекомендую. Во-первых, взять от всех реал-эстейтов, не от самих даже реал-эстейтов, а от топовых риэлторов. Ты их найдешь. То есть там Vibe, и Speechlit, ну и обычный там RJ Hooker, там так далее. Но там есть конкретные люди. Вот с этими людьми надо будет приехать в Виндзор, встретиться, Ричмонд Виндзор. С ними надо будет встретиться и переговорить. Взять у них карточки и дать им свои карточки, свои данные. Почему? Потому что эти люди, это и есть те самые люди, которые продают, покупают, да, там, сдают, снимают. И именно те, которые именно с дачей, то, что вы не собираетесь покупать. Вот. И где бы они ни были, эти люди всегда в курсе. Ты им даешь параметры, допустим, что тебе нужен, ну, может быть, минимум однобедренник, скорее всего, двухбедренник, желательно квартира. Почему? Квартиры и таунхаузы у нас относительно новые. В старых домах с ребенком жить, ну, лучше не, и вообще лучше не жить. Вот. А квартиры есть, особенно в Ричмонде есть. В Виндзоре мало сейчас будут, наверное, Малгрейви еще делать. Есть Марута там, Питтаун тоже. То есть всегда можно поискать. Но если у тебя есть вот эти риэлторы, им же выгодно тебе сдать, правильно? Ну да. Соответственно, они ищут по твоему параметру.
и все. Потому что бесполезно ехать, смотреть какую-то собственность, а потом ты видишь, что там файбра или, ну, холодный дом. Ну, ты просто говоришь что не-не-не-не-не, но у нас аэродром, военно-воздушная база, РАФ, Ричмонд. Поэтому по изоляции и, соответственно, тепло. Не только звука, но и теплоизоляция. Так что у нас очень неплохие есть квартирки. И, естественно, они дешевые в сравнении с твоим районом. Так что вот это тебе совет. Скажи, когда у тебя MIB будет? Accounting Information Systems. В следующем семестре. В июльском? Да, июле. То есть ты сейчас берешь его? А, нет, стоп, подожди. Нет, через. Я возьму, который ноябрьский. Ноябрь. Это Лена берет сейчас, да? Да. И Ваня. А Ваня вообще брейк берет. Ваня сказал, что я пошел. Хорошо. Отдыхать. Сейчас Лена, Елена Приходько, будет натаскивать вас на QuickBook, MyB, Vero и Sage. По-моему, да, вот так вот. Это базовые такие информационные системы для аккаунтинга. Accounting Information Systems. Вот. И очень рекомендую это дело сделать. Плюс подшаманит резюме. В резюме тебе совет, чтобы не было копипейста. То есть копипейст сразу же разрушается. Каким образом сделать резюме? Делается обычное твое резюме, но тоже хорошо. А потом под каждого работодателя ты подделываешь. Но не то, что он пишет, а то же самое, но другими словами. И это вставляешь. То, что у тебя... в действии. Потому что сейчас тебе надо будет регионалка, и там не так много работ, поэтому будет 5 работодателей, вот каждому из 5 свое как бы резюме. Ну, хотя бы не сотни, тоже вдохновляет. Расскажи, вот привезли вы ребенка, Яру. Ну как стала жизнь яростнее? Ты вспомнил, как я зовут? Ну, рассказывай. Люди спрашивают. Веселая стала, просто нереально веселая. С моим ребенком вообще скучно не бывает. Ну, вот твой совет, если, допустим, у ребят двое-трое детей, как ты думаешь? Ну, не миллионеры. Вытянут? Двое-трое очень тяжело. Ну, то есть это политкорректно не вытянут, но... Ну, как, зависит от, скажем так, от ребенка зависит, в первую очередь, потому что у меня ребенок очень капризный, потом мы такие люди, сами по себе, у нас куча требований ко всему, и не всегда совпадают с требованиями, которые предъявляют садики, если рассказывала эту грустную историю, то есть если... как бы с садиками у нас проблема так, мы сдали в прескуру, там нам несколько дней всего дали, то есть я, по сути, сижу с ребенком. Счастье, закончилась учеба, я могу выбраться одна куда-то. А почему закончилась учеба? Ну, экзамены же сдала, а теперь у меня брейк пока. А, брейк, ну этот брейк закончился 2-3 недели, и все. Да, 2 недели, все, это так. Я уже привыкла, мне нормально, 2 недели, это каникулы, вообще это супер. То есть мы ориентируемся на то, что первая часть семестра у нас будет, ну, скорее всего, да, онлайн. Вторая часть после мидтерма у нас будет on-campus, обычная учеба. Ну, ты уже видишь, как принимают, да, там, ну, там больше имитация, конечно, этого дистансинга, коронабеса. А на самом начале была такая имитация. Да. Значит, посмотрим, какие будут оценки. Я думаю, что будут их немножко завышать, чтобы народ не распугать. Ну, на самом деле, я немножко удивлена, как бы некоторые преподаватели, наоборот, сделали экзамены легче, а некоторые, наоборот, сложнее. То есть те, которые были онлайн, я же говорю, вообще это была действительно проблема, потому что ты не можешь сосредоточиться, и тебе еще почему-то вопросы дают какие-то более сложные, не то, к чему ты готовился. Так, и все присели. Ну, они дают, если уж на то пошло, Женя, они дают по предмету, а тебе же не дают, допустим, сколько от одного кратера на Луне до другого расстояния. Не, я вообще не жалуюсь, как бы, о чем мне жаловаться, я, ну, как бы, человек, скажем так, на меня все смотрят, как ты с ребенком умудряешься такие высокие отметки получать, ну, как там. Значит, смотри, вот сегодня, наверное, я, пометуя об этом,
с твоей помощью сделаю по всем accounting systems академический материал. Это очень хорошо. Вот, то есть вот эти вот ERP, но ERP его много, а вот допустим Sage, QuickBooks. Майби тоже не буду. Вот Sage, QuickBook, наверное, сделаю. Может быть, еще что-нибудь. Zero сделаю. Zero я высылал, кстати. У меня есть Zero. Я еще сделаю. Mm-hmm. Вот. Про планы на будущее мы не будем говорить. Они... Планы на будущее да. Закончить. План на будущее, главное. Закончить и желать у нас таким высоким баллом. Это комплекс отличницы. Да, комплекс отличницы. К сожалению, вот эта коронабесия нам поменяла все наши планы там и в плане поездок, и в планах даже академической работы, все это, да. Но не будем после КМИА, смотрим в будущее с удовольствием. Конечно. И, надеюсь, не последний раз снимаемся. Приглашаю, я всегда рад. Да, спасибо. Ну и привет, конечно, Вадиму Герасимову. Вадиму как раз, потому что он и просил сделать ролик со студентами.